На конкурс дети читают. Виловатых Маша 12 лет. Постарела мать за 30 лет. Андрей Дементьев. Постарела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без уз их не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок, словно сына не услышали. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки. Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жив, просит мать, а сын не повтори. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышит. Дома ей все чудилось кино, все ждало, вот-вот, сейчас, в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын. С войны.